fine. She the one that bring the rain, yeah. We go back, remember crisscrossing hopscotch. You the one that hold me down when the block's high. I make your dreams come true when you wake up. And you look just the same without no makeup. I had to pull up on your mama, see what you made of. Ain't got no worry about my comments, cause my breakup. You can't run inside my life from that pain bus. Cause I promise when we step out, you'll be famous. Modern day Bonnie and Clyde, what they named us. Cause when we pull up, привет, ребята! Я рада вас видеть на своем канале. Сегодняшнее видео будет только об одной вещи. Это очередная покупка с AliExpress, и это будет меховая жилетка. Такой маленький дисклеймер. Я впервые на своем канале показываю какую-то меховую вещь. И если честно, я впервые в своей жизни покупаю какую-то настоящую меховую вещь. И это был подарок, но не знаю, почему меня как-то переклинило, и я все-таки решила ее себе купить. Но сейчас я очень-очень довольна. Она очень классная, и я сейчас вам ее покажу. Я надеюсь, вы лояльно к этому отнесетесь. И да, давайте приступим. Итак, вот жилетка, я ее купила на AliExpress в магазине Pink Java, я вам оставлю ссылку на нее. Она цвета camel, это, конечно, крашеный мех лисы, и там есть очень много разных цветов. Мне кажется, что она хорошего качества. Я, конечно же, не могу сравнить с чем-то другим, потому что у меня никогда не было ничего другого, но вот так вот посмотреть, она очень красиво выглядит. Сразу хочу сказать, что когда она пришла, мне пришлось ее расчесать, потому что она немножко так сбита была, и очень много меха вылезло. Я ее расчесывала расческой для кота. И да, на расческе осталось очень много меха. Сейчас и в первый раз, когда я ее надела, очень много меха было на моем платье, потому что под нею у меня было бархатное платье, и оно просто покрылось мехом. Даже сейчас она у меня уже на протяжении 2 недель, и мех еще все еще лезет, но уже не такой длинный, а какой-то маленький такой пушок. Я не знаю, нормально ли это или нет, но я надеюсь, рано или поздно перестанет. Цвет camel, и я не хотела, если честно, такого рыжего цвета, но на картинке достаточно тяжело определить, какой цвет в реальности будет, поэтому я вот выбрала и немножко пожалела. Но я связалась с продавцом, и возвращать ее мне бы пришлось платить курьера, чтобы ее туда отправить, и им бы пришлось еще раз платить курьера, чтобы мне отправить. Поэтому я решила, что ладно, я не буду отправлять назад и буду ходить в ней. Хотя, если бы у меня была возможность, я бы себе выбрала лучше нюдовый цвет. Жилетка достаточно длинная, она мне прикрывает даже попу, и она также объемная, здесь объемный мех, он закрывает все проплешины, которые между ним, между вот этими частями меха есть такой вот замшевый такой материал, тоже такого же цвета, как и мех, для того, чтобы не выделяться. Единственное место, где проплешины видны, это вот здесь по бокам. Но я не знаю, я думаю, это, наверное, так должно быть. И здесь есть карманы, это очень круто. Вот такие объемные нормальные карманы, можно положить туда телефон, ключи, еще что-нибудь, и это очень удобно. И я взяла себе M-ку. Я боялась, что S-ка будет маленькой, потому что зимой мы все-таки носим какие-то вещи под жилеткой, но я ошиблась. M-ка мне чуть-чуть великовата, даже если я надеваю какие-то объемные свитера, то она все равно так свободно сидит и делает меня достаточно такой огромной. Жилетка, я очень довольна. Я не ожидала, что она будет такой красивой. Она действительно очень красиво выглядит. Я за нее заплатила 190 евро, и доставка в Италию была через курьера DHL. 5 дней спустя она уже у меня была дома. Поэтому доставка была очень-очень быстрой, качество отличное. Здесь внутри есть вот такой подклад, он тоже прошит. И
между мехом и вот этим материалом есть что-то внутри тепленькое, поэтому она очень хорошо согревает. Вот, если честно, до этого я в прошлом году вам снимала видео тоже о жилетке с AliExpress, только из искусственного меха, и разница просто колоссальная. Когда ты надеваешь вот эту жилетку, она абсолютно сразу же начинает греть, вот как грелка. Я вам оставлю в описании видео, которое я снимала в прошлом году, о шубке и о жилетке, которые я покупала тоже на AliExpress, но они искусственные. И сейчас я вам ее покажу. Вот эта вот жилетка, она тоже очень крутая, она классно выглядит. Я вам рассказывала, что она выглядит практически как натуральная. Я думаю, что это особенность вот этого цвета именно. Я его очень правильно выбрала, потому что другие цвета, они не выглядят настолько натурально. Она очень крутая, но она даже близко настолько не согревает, насколько вот это натуральное. Я даже не думала, что вот эти жилетки, они могут настолько согревать. Я в этой жилетке, в прошлом году мы ездили в горы куда-то, я в ней ходила постоянно, я замерзала просто, потому что, ну, она не особо греет. Я не знаю, почему, может быть, он как-то плохо сделан, вот этот искусственный мех, но он очень такой объемный. Но в тот же момент он не греет практически. И я думала, это нормально, это так должно быть, и как бы все окей. Но когда я попробовала надеть вот эту жилетку, то, ну, была просто в шоке. Здесь есть одна такая торчащая ниточка, я ее все не обрежу, но практически вообще здесь ничего, никаких нареканий на нее нет. Она абсолютно очень круто выглядит, сделана. Я не хочу вам советовать покупать себе настоящую. Это уже на ваше усмотрение. Я буду ходить как в этой, так и в этой. Разницу я вам рассказала, какая разница. Покупать себе еще какие-то жилетки я сейчас не планирую. Вот от этой я просто без ума. Я думаю, что это очень нормальная цена для такого качества жилет. Так что вам на заметку, я знаю, что в России их продают по очень высоким ценам, поэтому я думаю, стоит, если вы уже хотите себе купить настоящую меховую жилетку, то стоит ее купить на AliExpress. Я советую этого продавца, потому что я не знаю, как качество у других, я видела, что есть жилетки, которые стоят еще меньше, но я просто на фотографиях видела, что они так бедно как-то выглядят, и вот здесь у них очень большие проплешины, и это все выглядит очень неаккуратно. Если уже тратить только 100 евро на жилетку, то лучше уже купить вот такую искусственную. Она стоит вроде бы где-то 70 евро, и, ну, мне кажется, она намного лучше выглядит, чем вот эти настоящие жилетки с проплешинами. Я покупкой очень осталась довольна. Если бы она еще и не линяла, было бы замечательно просто, и я надеюсь, она перестанет линять. Не знаю, что еще о ней сказать. Если будут какие-то вопросы, то вы мне их задавайте в комментариях, я постараюсь ответить. Надеюсь, это видео вам понравилось, надеюсь, оно вам было полезным. Если да, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и увидимся в следующем видео. Пока-пока!